Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 1130. За что вы так ненавидите погонщики на одежде? Разве они нам не должны напоминать, что мы воины Христовы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть поговорки: каждый сверчок знай свой шесток, и каждому овощу свое время, место, скобка. Погоны – это отличие военных от гражданских. И для чего же гражданскому человеку носить камуфляж, как будто он военный? Можно купить генеральские погоны, но ты не будешь же им соответствовать. Можно купить и епископскую мантию. У нас в общине есть врачи, имеющие воинское звание, и следователь прокуратуры. Им разрешается по чину, и они приходят в одежде с погонами.